Сегодня я либо выиграю 100 тысяч долларов, либо умру. Да, дамы и господа, сегодня мы с вами вернемся в Бакшот Рулет, и этот ролик начнется с конца. Абсолютно неожиданно я прямо сейчас покажу вам концовочку этой игры, которую я еще не видел. Это как раз таки та концовка, которую вы мне писали в комментах. Давайте посмотрим, как она у нас будет выглядеть. Нас сейчас очень быстро отправят на тот свет, и в этот раз уже не реанимируют. И где же мы окажемся? Наверное, в раю. А, блин, мы реально в раю! Какого черта? Хотя это больше на ад похоже, но какой-то светлый. Блин, а я не ожидал, что концовка будет именно такой. Обалдевашеньки. Это типа ворота в рай или в ад? Я не до конца понимаю. Очень артхаусная концовка. Мне пытались пояснить за сюжет этой игры в комментариях. Но, если честно, многие вещи, о которых мне писали, кажутся крайне притянутыми за уши. Типа, откуда вы взяли всю эту инфу? В игре вроде нет никаких записок, никакого объяснения, вообще ничего. Откуда все это? И мы мертвы. Все, единственный вариант — это просто перезагрузить игру. И мы перезагрузим и сыграем в хардкорный режим этой игры, который появился с обновлением. Если я правильно понял, чтобы включить режим хардкора в игре, мы должны идти не вот в эту дверь, а использовать вот эти таблетосики. А, да, я хочу их выпить. Хотя я бы не стал пить рандомные чужие таблетки. Они теперь здесь у нас появились. Больше я использовать их не могу. И теперь мы уже непосредственно с вами переходим к игре. Здесь у нас нет врача, который будет нас хилить и оживлять, и все это должно быть очень-очень сложно. Но учитывая, что я в прошлый раз игру прошел запросто, я думаю, у меня не будет никаких проблем с этим. Я помню, что мне попадалась картиночка с надписью God, то есть Господь Бог. Давайте-ка мы сюда ее вобьем и... Ниппон. А почему я не могу это вбить? Нифига себе, а почему не работает? Окей, это неожиданно. Я знаю, что этого чувака зовут Диалер. Я не знаю, как правильно это написать, но давайте попробуем его имя написать. Диллер, может быть, это имя примут? Нет! Я думал, здесь будут какие-то новые концовки в зависимости от введенного имени, но нет. В таком случае, в этот раз он будет сражаться не с Фоксом, а с самой настоящей задницей. Поэтому пишем вот это вот и дожимаем окей. Это имя спокойно, игра принимает. Никаких проблем, как обычно, 3 раунда. Правила мы с вами в этот раз уже знаем, так что я не буду нубить. Сразу вытаскиваем предметы. Раньше, по-моему, не было такого, что мы сразу вытаскивали предметы. Если честно, я вытащил полнейший мусор. Я не смогу себе здоровье восстановить ни разу, блин! А чё жестко так? Так, там 3 пустышки и 3 как раз-таки патрона. Надеюсь, что мне повезет. Давайте я сразу же в него шмальну и сразу же... погоди. Убери волыну. Волыну убери! Я хотел обрезать волыну я хотел. А, черт возьми, ладно, мне придется шмалять. Я хотел сразу отрезать. Я более чем уверен, что там сейчас будет патрон, который в него выстрелит. Но я знал, понимаете? Я всегда все знаю. Теперь там 3 пустышки, и в принципе мы себе подняли шансы на выживание. А он сразу же себе ХП восстанавливает. Посмотрите на эту чувырлу. Ладно, у тебя все равно нет никаких шансов против меня. Он немножечко пьет и убирает. Обалдеть! А, ну он, кстати говоря, убрал как патрон, так и пустышку. Он все предметы за один ход заюзал, и если сейчас там окажется не пустышка, коих 2, то мне будет... Габелла, там 1 пустышка и 1 патрон. Максимальный шанс на победу. Ну как максимальный? 50%. Я могу сейчас воспользоваться пивасиком, но я верю в то, что там сейчас будет пуля. Поэтому я буду стрелять тебе в рожу. Но если я не угадаю, я, скорее всего, очень много здоровья потеряю. Беру волыну и стреляю. Пожалуйста! Да! Выкусил! А, подонок! Вот так вот. 1 здоровье у него осталось. А, он же восстановил 1 хпшечку. Ну, 1 хпшечка у него это как бы маловато. И там будет пустышка. Бэм! И сейчас заново мы будем собирать вооружение. Ну, у меня целая куча предметов зато осталось. Надеюсь, я смогу восстанавливать себе здоровье. Это очень важно. Да, я могу. И опять все напополам. И пока что я хардкора не чувствую. Стрелять я буду первый. И, скорее всего, там пустышка. Хотя я не уверен. Блин, давайте мы используем пивасик. Я просто до этого ни разу его не использовал. И пустышка. Теперь там точно будет пустышка. Поэтому я использую 2-й пивасик. Если там сейчас опять вылетит патрон, это будет, конечно, полный бред. А, нет, все, пустышка. Теперь я в него шмальну, не буду ничего подрезать. Надеюсь, мне повезет, и...
Первый раунд за нами, дамы и господа. Мы надавали черту под зад. Хорош. Мне вообще в комменты кто-то писал, что это некий дьявол, который питается человечиной. Как они вообще это поняли? Я до конца не знаю. И мы, чтобы выжить, должны его победить. Деньги не главное. Главное, что мы выживаем в конце. И, ну, в этот раз с предметами опять как-то глухо. А остальные предметы куда? Они их забрали, что ли? Так, раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре, обалдеть. Что ж, я могу подглядеть, но какой в этом смысл? Я думаю, просто надо в него шмалять и окутывать его руки. Давай мы окутаем его руки. Угу. И шмальнем в него. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я постоянно руки скрещиваю. И в этот раз мне, конечно же, не повезло, но мне не может вести всегда. А он пропускает ход, а я подглядываю. Давайте посмотрим. Там, наверное, в этот раз 100% будет... Пустышка. Ха! Неожиданный поворот событий. Так он в меня будет шмалять 100% потом. Ой, как плохо. Блин, а как в эту игру играют дальтоники? И потому что мне иногда тяжело отличить вот этот вот синий и красный. И теперь... Хм, а теперь я только могу в него шмалять. Ну, обалдеть, не встать. Окей, шмаляем в него. Теперь 100% там патро... Что? Такого быть не может. Так он сейчас бесконечно будет в меня шмалять. Так, ты что делаешь, окаянный? Ты дурак, что ли, совсем? О, я еще и ход пропускаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как все плохо. Очень интересно. У меня всего 2 хп. А у меня всего 2 хп. Ой-ой-ой-ой. Больно. Очень больно будет. 1 хп у меня всего. И он сейчас еще раз... А, я в него буду шмалять. Теперь аккуратно, конечно. А я даже здоровье восстановить не могу. Но я использую 100% наручники. Я на самом деле уже запутался. Я не могу посчитать. И ты что делаешь, дурак? Вот дурак. Забыл посчитать все это дело. И у меня есть шанс на победу. Все еще могу его победить. Это очень напряженная игра сейчас. У него 1 хпшечка. У меня 1 хпшечка. Использую наручники на нем. И просто делаю 2 коронных выстрела ему в рожу. Если мне повезет, то я выиграл. Я совсем запутался в том, сколько там пустышек осталось. Фух. Спасибо, Господь. Спасибо, что спустился. Не дал взять свое имя. И спасибо за то, что мы прогнали черта обратно в ад. И мы с вами опять победили. Абсолютно неожиданно. Третий раунд самый жесткий. Окей, что дальше будет у нас происходить? Удиви меня, чертила. А ну-ка, давай. О, опять предметы. Что ж, ножичек, это приятно. Всего один предмет? Ну ему вообще пивасик дали. Пивасик абсолютно бесполезен. 2 хпшечки и 1 патрон. Обалдеть. Ну давай. Давай, давай шмалять. Блин, 1 к 3. Вероятность мизерная. А давайте мы рискнем. А если ты прямо сейчас влепишь лайк под этим роликом, мы его уничтожим за 1 ход, представляешь? За 1 всего. Давай, ставь лайк. Давай, 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 давай. И я в него шмаляю. Я на самом деле так напряжен. Пожалуйста, пожалуйста. Шанс 1 к 3, и... Я пошел. Меня убьют. Это так больно. Он сейчас пивасик использует. И, скорее всего, пуля вылетит. Пуля вылетит. Лошара. Ой, ты лошпед. В себя он шмальнет, и следующий ход будет за ним. Но нам дадут новые предметы, да? Да, нам дадут новые предметы. Это было, конечно, опасно. Лупа подзалупная, и больше ничего нет. Что дальше? 3 на 3. Но это уже более-менее адекватные шансы. Но он будет меня шмалять. А, нет, мой ход. Что ж, ну давай мы воспользуемся сразу лупой. Сейчас вообще нельзя экономить предметы. Ха-ха-ха-ха. Получай подзалупу, мудила. Пэээ. Хорош. Но это было, конечно, опасно. Он возвращается у нас обратно. И тоже использует лупу. И сейчас, скорее всего, он шмальнет в себя. А, очень интересно. Очень интересно сейчас будет стрелять мне в рот, да? Блин, вот бы мне здоровье дали. А, там пустышка. Нифига себе, вот этот поворот. А сейчас он не знает, что там. Это пустышка! Повезло! А, мне повезет. Я его сейчас отправлю на тот свет. Шансы на нашей стороне. Все будет хорошо. Я выиграю. Я в этой игре победитель. Все, самовнушили себе, что это победа, и... Абракадабра! Че, абадакедабра? Ай, твою мать. Нам кабзда. Ой, больно будет. Что ты делаешь, дурак? Он сам выбрал смерть. Шансы были на его стороне, но он не очень умный. Он вообще считать, что ли, не умеет. Все. -2. Сколько я очков набрал?
Ага, ага, 55 тысяч. Double or nothing. А, так вот в чем смысл. Я могу удвоить свой выигрыш или вообще не взять бабки. Конечно же, я удваиваю. Да, погнали. Если я правильно понял вопрос. И опять 3 раунда. А я думал, что все, игра кончится. Я уже расслабил булку свою левую. Расслабил правую булку, а мне дали сигаретки. Курить, кстати говоря, вредно. Не курите, не советую. И опять 3 жизни, и опять 3 патрона. Ну, кстати говоря, пустышек 4. Давайте считать. Шмалять будем мы. Я, наверное, шмальну в себя, если что, здоровье себе восстановлю. Скорее всего, там будет пустышка. Там же будет пустышка! Фух, там была пустышка. Ха! 3 на 3. Окей, теперь шансы на нашей стороне. Давайте мы в него шмальнем. А ну-ка. Бэм! Да вы... Ой-о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 й. Он еще и подсмотрит. Ой, как больно мне будет сейчас. Ну, я здоровье восстановлю, конечно же. Но там всего 2 пустышки, если я правильно считаю, и... Ну, это было очевидно, меня вернули к жизни, но жизнь я одну потерял. К счастью, я как кошка могу жизни восстанавливать, давайте мы восстановим. И там 2 пустышки, если мне сейчас опять попадется пустышка, я буду очень зол, игра, поэтому просто шмальни ему в рожу, просто берешь и... 1 пустышка. Чё с шансами? Обалдеть. Вышел в режим хардкора и получил по щам. 2 раза. Чего, блин? Там 1 пустышка. Теперь шансы точно на моей стороне. Просто шмаляю ему в рожу. Если опять пустышка, это была бы совсем капелла. Но у меня жизни меньше, чем у него. Все равно у него сейчас есть преимущество. И это очень-очень плохо. О, дурак. О, дурак. Там нет пустышек. Это я дурак. Это... А, все! Слава богу. Окей, я могу подглядеть. 2 предмета нам дали. Слава богу. Че там по пустышкам в этот раз? 3 пустышки? 3 на 3. А, и ход, скорее всего, будет у меня. Ладно, давайте мы воспользуемся лупой подзалупной. Посмотрим, что там интересного. Ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо у нас дела. Сейчас там будет 2 пули и 3 пустышки. Бэмс! Хорош, получил. Блин, а может люди поняли сюжет из окружения, из инвайрмента? Я не знаю. Ой, а у него 2 лупы есть. У него в 2 раза больше шансов шмальнуть мне в рожу. Ну, он сейчас в себя шмальнет. Там, скорее всего, пустышка была, я более чем уверен. Да, там у нас была пустышка, и сейчас он воспользуется 2-й лупой. Я уверен в этом. Да, он мудила. Вообще, конченая. Угу, очень интересно. Но я буду просто в него все время шмалять. И что? И он в меня шмальнет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А там вроде 1 пустышка осталась, да? Сейчас аккуратно. Сейчас либо все, либо ничего. По-моему, там 1 пустышка осталась. Либо... Я не знаю, я просто настолько напряжен, настолько нервничаю, что... Я не знаю, что мне делать, пивасик или не пивасик. Смерть или жизнь, смерть или жизнь. Ладно, пивасик, пожалуйста, пусть там будет пустышка. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Встречай своего праотца! Конченый ты кусок говна. Он, кстати, реально... Я пошел. Я не хочу этого видеть. Я не хочу умирать, мама! Твою мать! Мы проиграли в этом режиме, черт возьми! И это все даже не показали никакую новую концовку. Просто отправили нас обратно. Обалдеть! Еще 1 попыточка. Я сейчас буду все это дело спидранить. Я в шоке. Я был уверен на 100%, что я выиграю. А я не выиграл. Там было 2 пустышки. Обалдеть! Знаешь, что я напишу? Я напишу сюда «Вин». Победитель. Попочки, принято. Я в этой игре теперь победитель. Хватаем предметы и показываем. Эх, кто здесь батя? Да вы серьезно? Вы что, издеваетесь, блин? Ну и нахрена мне это? Что там по пустышку? Ну, скорее всего, сразу надо юзать пивандос, потому что шансы минимальные будут. А ну-ка. А что у него там за предмет? У него ножичек-режечек. Вот это уже опасно. Мне сегодня не везет. В прошлый раз мне очень везло. Но сейчас точно будет пустышка. Если нет, то я офигею. Что происходит сегодня с игрой? Если он сейчас опять в меня шмальнет, это будет прям вообще уже за гранью. Я в это не поверю. Невозможно это. Это невозможно. Слава богу. Хоть какая-то милость на меня сегодня свалилась. Я в шоке. Я шмальнул себе в рот. Хотя шансы были минимальные. Что ж, ну, раз шансы не на моей стороне, буду шмалять и... Обалдеть! Это что вообще такое? А он сейчас в меня выстрелит, смотрите. Нет, вот дурак. Все с ним ясно, он тоже тупит. И это мне на руку, окей. У него минус 1 жизнь, у меня минус 1 жизнь. И, по-моему, сейчас будет перезарядка. Нет, перезарядки не будет, но тогда я точно в него шмальну. Хотя, по-хорошему, надо в себя было шмалять.
Да, надо было в себя шмалять. По-моему, пустышка это была последняя, и нужно теперь уже перезаряжаться, да? Нет? Да ладно. Да что ты делаешь-то? Успокойся уже. Я понял, все нормально. Я уже распаниковался, если честно. Лупа подзалупная — это лучшее, что мне могли дать. Ой, и ножик мне дали. И сигарет — это прям прекрасный набор. Там всего 3 выстрела и 4 пустышки. Что ж, что мы с вами будем делать? Мы сразу подсмотрим, и если что, мы воспользуемся... Мы воспользуемся вот этим. Сразу же мы не дадим ему никакого шанса. У него будет одно здоровье. И он себе сможет его, конечно же, восстановить. Это обидно, но ничего страшного. Давайте-ка посмотрим, что он будет делать. Теперь у него пустышек очень и очень много. Давай, давай, восстанавливай себе здоровье. Что? Ну, он себе еще здоровье восстановит. Я пропущу ход, но это потому, что у него пустышек много, я уверен. Ну, давай, что-то сделаешь. Если он сейчас еще пивасиком все это запьет. О, смотрите, какой крутой. О, как ему не повезло. Еще дополнительно в себя будет шмалять 100%. Это пустышка. И сейчас он шмальнет в меня, и, скорее всего, это тоже будет пустышка. Что? Да ладно. Он дважды угадал. Сейчас точно в меня будет шмалять, а вот теперь это уже не пустышка. Да. Это была, ой, как не пустышка. Но ничего страшного, у нас есть сигары, которыми мы с вами воспользуемся. 100%. Давай-ка. Что, опять? Да ты чё, буянишь-то? Успокойся уже. Все. Положь на место автомат. Да он вообще психопат. Смотрите, что делает. Все оружие разрядил к чертям собачьим. И нам с вами дали еще несколько предметов, которыми мы, конечно же, воспользуемся. О, ножик. А что там, что там, что там, что там? 3 на 3. 50 на 50 шансы. Не знаю, не знаю даже. Давайте мы восстановим себе здоровье 100%. И воспользуемся всеми предметами сразу, потому что у него 2 жизни. Давай, пользуемся вот этим. Да-да-да-да-да. Я все использую, понимаешь? Я не буду экономить. Я не буду тебя щадить. Шанс 50 на 50... И с помощью божьей силы и ваших лайков я ему шмальну в рожу и выиграю. Фух, мне повезло. Следующий раунд. Виннер победил. Победитель победил, там было написано. Это звучало странно. И мне не верится, что это только второй раунд. Что мне дадут, как вы думаете? Пожалуйста, дайте мне здоровье. Ну, это тоже хорошо. Ой, ой, все, мне дали все, что мне нужно для победы. Потому что пивандос — это самое бесполезное. В принципе, еще вот увеличительное стекло было бы хайпово получить. И там 2 выстрела, кстати говоря. Опять шанс 50 на 50, даже не знаю. А давай сразу остановлю все здоровье, ну чисто так, по приколу. И обычно мне везет, когда у меня шанс 50 на 50. А, класс. Вот это я дебил. Я думал, что типа сверху можно добавить себе здоровье. Ну, у него тоже здоровья нет. Окей, мне сейчас не повезло один раз. Это значит, что мне повезет как раз таки на выстреле. Давай, мне повезет и мне повезло. Повезло оказаться на том свете, очевидно. У него шанс огромный сейчас завалить меня. Ой, что ж ты делаешь? Он на пивас заезжает. Да. Фух, шанс у него снизился. 50 на 50 и... Ау, это было неприятно. А у меня даже предметов никаких нет. Теперь шансы выиграть у него велики. Но мы сейчас будем еще предметы использовать. В себя он шмальнет, а там уже пустышка. И, в принципе, мы начинаем заново нашу игру крутить и барабан, дамы и господа. Поехали, новые предметы. Что это у нас такое будет? О, это замечательно, это замечательно. И это просто невероятно. О, 4 предмета. Уф, уф, что за набор потрясающий. 50 на 50? Ха. Изи. Так это вообще изи-пизи лаймон сквизи. Так, здоровье я себе восстанавливаю. Я 3 предмета заюзаю за один ход. Следите за руками. Мы сначала курим. Хотя курить это вредно, не рекомендую, опять же. Теперь смотрим, что здесь пустышка. Шмаляем себе в рот, да, вот таким вот образом. А потом делаем царский надрез. Ой, а что это? А это пустышка была. Ой, а как неожиданно и приятно. Что мы сейчас делаем надрез и шмаляем тебе в рожу. А он себе 1 хп восстановит. Блин, обидно. Я думал его сейчас коронно за 2 хода завалить, но, видимо, не получится. Все, ему капелла. Почти, почти он себе восстановит сейчас здоровье. И мы будем, ну, не наравне. У меня будет крошечное такое, милипусенькое преимущество у меня будет. А, еще предметов насыпали. Непон. В принципе, это, конечно, приятно. Но у него предметов как-то совсем дохрена. 4 выстрела и 4 шанса просраться тотально. Что ж, я не знаю, что делать. А, я знаю, что делать. Походите-ка, я знаю, что делать. Черт возьми, это неприятно. Что ж, тогда я делаю вот так вот. Угу. А дальше шансы будут на моей стороне.
стороне. Они будут невелики, но они будут на моей стороне. А мне большего и не надо. Я использую вот эту вот штуку на случай, если мне не повезет. А такое тоже возможно. И теперь я уже шмаляю в него. А мне повезет, я его отправлю к праотцам. Вот таким вот способом. Абсолютно гениальным. Это 990 IQ гейм. К сожалению, не все этого поймут. И опять победитель побеждает. Но он все-таки победитель. И начинается третий раунд. Самый сложный. Все предметы у нас забираются, к счастью, к величайшему. И мне, к величайшему счастью, дают пиво. Нет, это вообще не счастье. Ну, хотя бы здоровье дали. И вас вообще бессмысленный. Ну, если сейчас будет много пустышек, у нас будет... шансы. Шансы у нас будут, смотрите-ка. Чё делать будем? Ну, юзать пивас мы точно будем, вообще, гарантированно. Их-пах-пух-пах-пах, бульк-бульк. И, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Еее. Ха-ха-ха-ха-ха. Что делать, что делать, что делать? Рисковать или не рисковать? Даже не знаю. Ладно, давайте рискнем. Ну, а чё бы и нет. 50 на 50, опять же, шанс. Это, знаете, есть такой анекдот, что когда ты выходишь на улицу, у тебя шанс встретить динозавра ровно 50%, потому что ты его либо встретишь, либо не встретишь. И вот здесь то же самое. Ты либо шмальнешь ему в рожу, либо не шмальнешь. А мы шмальнем. Минус 2 хп, он, правда, их восстановит сейчас. Ну, 1 хп он восстановит. Но у нас будет тотальное преимущество, потому что мы тоже сможем себе восстановить здоровье. И там будет одна пустышка, насколько я помню. Сейчас будет перезарядка, и нам как раз-таки дадут новые предметы. Правда, это минус, потому что ему еще здоровье насыпят. Давай, шмаляй себе в рот. Бим! Вот это неожиданный поворот событий. И дальше у нас что происходит? Что нам дальше дают? Мне очень интересно, на самом деле. Так, нам дают... уф. Ах! Ну и на самом деле два ножа это неожиданно. Хм, пропуск хода, восстановление здоровья. Ой. Ой! Ой, а мой ход! Ха-ха! Так, ну давайте подглядим, чё. Что там у нас такого? Я могу ему еще пару хп снести. А я ему снесу пару хп. Делаю вот так вот. Потом делаю коронный надрез. И у него даже восстановить здоровье нечем. Обалдеть, это прям очень хорошо. Смотрите, как нам повезло в этом раунде. Лучше бы нам повезло, конечно, в игре все или ничего, но это тоже неплохо. Шмаляю опять ему в рожу и... бэээээ! О май гад. Шансы у меня максимальные. А что там? А, сейчас будет перезарядка и новые предметы, точняк. Обалдеть. Я напряжен, но я сосредоточен. Так, смотрим. Пивасик бесполезно, это очень полезно, это бесполезно. Да боже, нафига мне столько наручников? Целиком могу его связать, и опять 50 на 50, и опять мой ход. А чё мне так везет-то? Я опять могу подсмотреть, почему им дают по 2 патрона, как будто они специально хотят, чтобы я как бы дожил до его смерти. И шмаляем ему в лицо, это вин. У меня 4 хп, у него не было ни единого шанса, понимаете? Постоянно 2 патрона, и постоянно я знаю, какой из этих патронов является пустышкой. И победа. Все или ничего. Сразу нажимаем, да? Сколько мы набрали-то? До этого я набрал 55 тысяч. Теперь 51. А может, я набрал 51. Я не знаю. Опять нажимаем, да? И сейчас мне опять. Либо повезет, либо не повезет. Три раунда. Блин, три раунда. Я почему-то думал, что один раунд. А чё? Ничего, предметы? Обалдеть. С таким количеством и набором предметов, это, конечно, очень сильно. Как не повезло тебе. Ну ладно, ну ладно. Мне этого хватит. Правда, пивасик бесполезный. По 2 хп у нас. 50 на 50 шанс. И... а у меня там лупа была? Лупа у меня была. Классно. Слушайте, я могу за один ход его сейчас выстегнуть. А я, собственно говоря, этим и воспользуюсь. И дальше я возьму еще предметы. Смотрите-ка, первый раунд за нами за один ход. Обалдеть. 990 IQ гейминг, как-никак. Шмаляем его в рожу и... минус 2. Йо-ха! Сказал бы кто-то, но я не расслабляюсь, потому что впереди еще 2 раунда, в которых он может меня за один ход отправить отдыхать. А чё, у него столько ножей. А сейчас будет 3 здоровья, насколько я помню, а потом 4. Но сейчас он за один раунд не сможет нас отправить отдыхать. Меня это, конечно, радует. А, предметы забрали. Неожиданный поворот событий. Ножик, это хорошо. Пиво, это плохо. Сигареты, это хорошо. Хотя, на самом деле, тоже плохо. И 3 хп у нас. Нет, по 2. А, это потому что такой режим. Блин, лучше бы лупу тогда дали. 50 на 50 шанс. Что делать будем, не знаю. Ха, сократим шансы. Давай, 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 давай. Чё будет? Пустышка. Да? Еее. Хе-хе-хе, я больной ублюдок. Теперь шансов больше на то, чтобы шмальнуть ему в рожу. Правда, если мне сейчас не повезет, то он выиграет. Потому что он тоже использует нож и... черт. Не используй нож, я тебя прошу. Я тебя прошу, не используй нож. Я тебя умоляю, всех богов молю. Сейчас патрон вылетает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А я правильно понимаю, что там либо пустышка, либо пуля? Сейчас мы узнаем. По-моему, там пуля. Там пуля. Там 100% пуля. Твою мать. В игре все или ничего, мы получили ничего. Так или иначе, если кому интересно, какая там будет концовка, в конце мы просто опять уедем с деньгами. Но это не все. Секретная концовка этой игры. Импостер против демоняки. Сотрите, а.
Сейчас он вынесет демоняку. Хирург тут не потребуется. Вот там демоняка. Давай, размотай его, а то он Фоксу кабину разломал. Ну, я ставлю все бабки на импостера. А ну-ка. Шмальни ему в рожу. Не повезло. Что он сейчас шмаль... Неожиданный поворот событий. Ну, сейчас он точно шмальнет в него. Давай. Топ-10 неожиданных концовок. Литерали ми сегодня. А я ведь реально верил, что я смогу выиграть. Что? Как хорошо, что такого режима в игре нет. Ой-ой-ой-ой-ой. А что творится-то? А что творится-то? Надрез делает. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот мы с вами и победили. А вы что думали, что я демоняку не обыграю? Обыграю, конечно же. И вот они мои 100 000 долларов. Ставим лайки, берем хирурга и валим в закат.